Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц Бийской администрации. Поводом послужило обрушение потолка на 2-летнего мальчика. Напомним, инцидент произошел на днях в Бийске в многоквартирном доме на улице Советская. Мальчик получил ссадины, ушибы и сильно испугался. Сообщается, что на протяжении 4 лет жители дома не раз обращались в управление ЖКХ администрации Бийска с просьбой провести капремонт кровли. Известно, что решением суда на администрацию Бийска была возложена обязанность до 1 ноября 2018 года произвести ремонт, но этого так и не произошло. Виновным грозит крупный штраф или арест.